Ну что же, после долгого ожидания мы с вами включаемся вновь в игру. Очень была, я бы сказал... Разрушительная пистолетка была сейчас. Ренегейт взяли ее, не потеряв никого. Просто зажали сплайс в угол на А-пленте и взяли этот раунд. Это был какой-то шторм на А-плент, который смел всю защиту на А-пленту. Ну и Ренегейт, как уже было сказано... На нюке получше, по статистике, по крайней мере. Ну и я уверен, то, что у этих парней есть заготовки, то, что они эту карту хоть пару раз, ну, заходили, что-то разбирали, какие-то гранаты. Ну и сейчас посмотрим, если что-то показать сплайс. Пока у них форс-бай, есть береты у Дэйви. Ну, не знаю, против формированных противников брать береты, это... Ну, не самая лучшая идея. Этот парень очень сильно надеется на удачу и то, что его оппонент не будет по нему стрелять в ответ. Наверное. Он надеется просто, что, ну, будет стоять боком, я его убью, и тогда мы выиграем раунд. Ну, наивно, немножко наивно. Ну, пистолетка за атаку на нюке, в принципе, достойная. Это уже фундамент, результат для начала игры. Однако машинган не справляется, один килл делает стигла. Однако это совсем никак не мешает ребятам из Ренегейтс продвигаться по рампам на точку Б. Сейчас нужна адекватная реакция от защиты, но ее не последовало. И в меньшинстве остаются сплайс, бомба так и не установлена. Ее почему-то. Ты посмотри, какие все биты. Господи, боже мой. Тут каждому по пульке и раунд взят. 4 патрона, а Силен просто божественен. Но вряд ли. А можно с этого. С юспика делать шашлык. Ну смотри, ну. Какие красные Ренегейтс, насколько им повезло. И в самом начале машинган сделал первый фраг, оставил одного красным. Также еще я сильно, по-моему, красным оставил Рикиха. Все. Дальше Ренегейтс не умирали. Попадай и не хочу. Но все выжили, 4 игрока и форсбау команда сплайс проваливается. Еще один у них будет эко. Ну а Круцел копит себе на снайперскую винтовку. Именно он является мейн-снайпером команды сплайс. Ну и... Начинается не очень у нас... неудачный поджим от машингана, да. Просто он застается врасплох, и отдается Ренегейтс. Основа выход на Б, быстрый выход на Б через рампы, вырубают целью вообще без шансов. Сейчас в винтах там Ария пытался сражаться, но ничего не получается. 4 в 2 остаются, сплайс в меньшинстве, никаких девайсов нет, понятно, что очень беззубый раунд. Однако Дэви сейчас забирает в яму. Не очень хорошо он наспамил с глока. И Крушал остается один. Будет, наверное, кого-нибудь ну, тут подымать. Подымать он будет только АВП. В следующем раунде Дэвис сыграл как безумный ученый. Просто ворвался в винты, забрал одного, ушел в лонг на бэплэнд. Сделал еще один фраг. Если бы игрок не вышел сзади, уже, наверное, может быть, и третьего забрал. В итоге 3-0, Ренегейт взяли первые 3 дефолтных раунда. Самое время для девайсов и АВП у Круцела, который решил играть на улице. Ну, стандартная позиция для снайпера. Зангаров сейчас будет тут он сражаться. Закрыли дымом ему все, весь обзор, будет перемещаться, понимает, что в этой точке сейчас с этой позиции ничего не сделать. Пробегает, пустила сейчас, на лестнице он пробегает. Ну и прямо на Силена. Да, вот приняли встретили. Там. Ожидали сплайс там устила. И пока что не очень хорошее развитие раунда идет для Ренегейтс. Снова они пытаются провернуть свой быстрый выход на Б, отрезают Крушала, понимают, что он там мог стоять с АВП, отрезают его молотом. Машинган, неудачная игра от машингана, патроны кончаются, убивает он GKS и уходит смог. Как же так, Ренегейтс отпустили, все-таки они монголы, в меньшинстве остаются, потеряли силу GKS, но на Б плент таки зашли. Дэви играет сверху, Асилина не чекает, сейчас Рики. Ну, вот это ошибка, конечно, как так, не досмотрели. Досмотрели банальную позицию. В итоге Василиан полностью флешонный. Попадается на патрон Айзиеру. 3 в 2. Бомба пока что поставлена не будет, потому что информации противнику нету. И как сыграет противник, когда ты будешь ставить бомбу, неизвестно. В итоге Айзиер ждет каких-то активных действий. Начинает ставить бомбу. С рампов уже 2 игрока выходят. Это Ария и Круцел. Ну и Дэви будут играть через винты, отвлекает на себя внимание. Возможно, сейчас он какой-то префайр устроит нам. Хорошая была позиция у Яма сейчас, но он с нее переместился.
Да, ну, нет, вот, поймает. Ну, так вот чекает, да, то, что вот такие вот, например, прострелы, они не самые приятные могут оказаться. Но Айзер, Айзер, первый минус, второго забирает Ям. Ну и как же все-таки, ребята, четко, была, да, на этот фейк дефьюз, вышел, убил, ушел обратно. Ну и один в один. Ой, хаешка, какая хаешка! Дэйв молодец. Но времени нет, нет диффузов. Эх, вот. Да мне кажется, диффузами даже не успел бы он там раздиффузить бомбу. Просто на волоске разыгранный раунд от Renegades. В один момент казалось, все, сплайс забирают. Однако установили бомбу, неплохо подсидели оппонентов. Какая-то субурная вообще защита от сплайс. Вроде сначала как получилось, машинган смог. Хорошие были позиции, был контроль над картой. Упустили из носа, просто из-под носа этот раунд сплайс. Ну и были они в большинстве. Они были и... 3 в 2. Да, да, и при этом, вот, ладно, там раунды дали. Сейчас экономики нет, это значит, они еще больше раундов отдавать. Да, это нюк, это карта защиты, как бы ее не реворкали, все равно в защите удобнее играть. Да, вот тут сейчас Renegades 5-0 ведут, и, скорее всего, мы увидим вторую карту. Да, вот я очень рано это говорю, но... Видно потому как защищается сплайс, потому как уверенно действует Renegades на карте нюк в атаке. Что же тогда будет в защите? В защите, возможно, ребята будут творить чудеса. Ария последний 5-0. Ну и еще один заку будет у сплайс. Надо менять что-то в своей защите. Надо укреплять улицу. Надо пытаться делать, да, первые фраги. Согласен с тобой полностью. У Стила каждый раунд вообще спокойненько пробегает. Его там только один раз зацепили. Но в основном он спокойно проходит по улице, ему абсолютно никто не мешает. Дают дымы, отрезают крушала и занимают улицу как хотят. Ну, знаешь, я могу сказать насчет усилия, то, что человек, когда только присоединился Renegades, с переменным успехом он играл. Некоторые моменты очень спорные были, очень много критики выливалось в сторону Устила, то, что вот парень как-то не очень себя показывает. Ну, а сейчас человек... Ну, вытворяет пол игры за команду, по крайней мере, на этой карте. Постоянные опенфраги, постоянные какие-то тащерские действия. И это же хорошо. Это хорошо. Поползает он через улицу сейчас. Никто его не смотрит. То Ассириан находится аж на лестнице со стороны скрипа, поэтому долго будет ждать команды Renegades встречи. Опять под Б. Опять под Б, который раз уже Renegades против девайсов играет на Б-плент. Ассириана замечает. Нет, не замечает. Ассириана тут прячется на лесенке. Ну и все. Можно сказать, что Б-плент занят, Ассириан все. Ждал и дождался, но не фрага, а своей смерти. Хороший опен-фраг от Renegades. Машинган на этой точке на рампах хорошо, в принципе, сейчас отработал. На этот раз у него получилось. JKS в винтах забирает Дэйви. И сейчас к нему еще сейчас... Скорее всего, крушил спустится, да, спустился, но JKS подловил своего оппонента, когда тот находился с гранатой. Последний остается Монгол. Сейчас его будут вырубать, дают ему флешку. Забирает он яма, отличный подъем. Получает он за этот килл какие-то деньги, однако у Стила заканчивает этот праздник. И 6-0. Да, товарищи, да, вот так вот, конечно... Нюк играть ни в коем случае нельзя, особенно против команды Renegades. Вот еще раз повторюсь, то, что команда сейчас поднялась, ну, можно сказать, с колен. Она поднимает сейчас австралийский Counter-Strike, были решафлы, и пока Renegades это топ-1 австралийской CSGO сцены. Ну и Эко играет сейчас поджим сплайс, пистолеты навострили, и вот Ассириан поджимает... Курятник Ария поджимает скрип, там уже с улицы зашел у Стила, и в итоге машинган делает первый минус, возможно, единственный в этом раунде. Остается один Круцел, 31 хп, его зачекает, скорее всего, Рики, да, делает минус, 7-0. Мы ждали очень долго, мы 20 минут ждали эту карту, и пока что, ну, не сказал бы, что зря. Мы видим доминацию Renegades, но посмотри, что творят сплайс, они решили сыграть в 2 ВП. Одного не хватает, один его по не может убить, лучше пусть два будут не убивать. Ну, посмотрим, машинган игрок я думаю, на что железе. Если АВП сейчас займут отлично, отконтрят улицу, то, в принципе, что-то с этого да и получится. Однако, Renegades очень хорошо заходят в точку Б, возможно, стоит сделать укрепление там. Ну и сейчас наблюдаем. Ну, откуда опять на улице его отрезают полностью, он бесполезен, и что теперь делать?
Он пропускает игроков, а вот его главная задача этого не сделать. Не дать пропустить игроков. Но он это делает, и в итоге Рингес вновь получает у себя какого-то вот шпиона, которого не запустили, а у Стила дожидается Рене... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Стил! Как сейчас Ацилиону повезло, вот просто повезло, если сейчас его сразу не вырубил у Стила. Это да. Это невероятное везение для Устила. И вот смотри, как только забирают Устила, все, значит, поджима стил Б нету. То есть со спины Устила там Б не поджимает с винтов. И сразу атака разрушилась. Мне кажется, потеряли Устила. Да, опенфрагера потеряли. Просто потеряли опенфрагера сейчас Ренегейтс. Очень обидная сейчас... ошибка была от Устила, то, что он с первого раза не забрал игрока, пошел его давить, а там уже его ждали, естественно, в итоге потеряли. Потеряли игрока это на улице. Стоило, сейчас стоило, вот вы сами пронаблюдали, что одна ошибка в стрельбе стоила всей команде одного раунда. Вот так вот. Ну и пошли, конечно, давить Крушал, вот он Устила. Вот он Устила, вот он опенфраг. Пытался Устила реабилитироваться, забирает Крушал, однако его быстро разменивает Дэви, 4 в 4 ситуация. Ну а Машингану не везет, он продолжает промахиваться и с АВП, и с кольта, ну... Видели мы там несколько фрагов его с дигла, ну и все. Ушли. Ну, услышали АВП на рампах, да, собрали информацию, Зер вообще уже под маяком, по нему информации абсолютно никакой нету. Или Дэви не знает. Или Дэви что-то знает. Да, пропустил игрока под собой, сейчас будет чекать девятку. Дэви чувствует тайминги, но вот Зер. Он уже убивает рампы, он забрал снайпера. И в итоге на Б-плент вновь будет сейчас перетяжка. Сверху играет Дэви. Ну и Дэви все-таки забрал Эзера. Застает врасплох Эзера. Ну и Силен уже заходит со спины. Ну кому ты зайдешь со спины? Уже все на Б-пленту, уже все там. Здесь уже делать абсолютно нечего. Бомба поставлена. Ну и теперь остается только выбивать. Дэви 47 хп, 2 сотых и 3 сотых Ренегейтс. Позиции заняты. Начинается выбивание. Ария будет играть через дверь. Его позиция будет первая отыгрываться. Но тут сверху сидит. Сидит хитрец Ям. Да, сейчас подловит Ацилиан сейчас ждущего Рики, забирает вот, игрока, делает какое-то преимущество. JGS отчаянно сражается в этой комнате, забирает одного, забирает второго и все. Снова уходит раунд в счет Ренегейтс, несмотря на один выигранный раунд, казалось бы, вроде как Сплайс собрались, однако не удалось этим ребятам сейчас отразить атаку на тот же самый Б-плент. Ну, то есть, это, ну, как бы, у меня такое ощущение, вот ты был прав, что у ребят абсолютно никакого практики, никакого опыта игры на нюке. Самое интересное то, что в некоторых моментах просто не везет с Плайсом. Просто вот банально не везет тайминг. Сейчас Асилиан не добил, Сьюз попал по голове, оставил 18 хп, еще один патрон, все, взят раунд, но не зашло. И в итоге... Счет вместо того, чтобы был хотя бы, ну, не знаю, 3-6, он 1-8. И команда Ренегейтс продолжает давить игроков. Крутся опять АВП покупает на этот раз. Он просто не может найти позицию, с которой он будет делать фраги. Он играет на хелпе у Асилена, который играет с секрета. АВП, который играет на суппорте, это, ну, не самый лучший АВП. Да, и скилл, и фортуна сейчас на стороне Ренегейтс. Ну что, вот Крутцел должен сейчас все-таки первый фраг сделать. Ям играет за красного. Ой, попадает он по игрокам. Как вовремя забатили его внимание ребята, которые сейчас дропнулись там на этих балконах. А вот Ария разваливает кабинеты. Ария с 5-7 раздал уже 2 хедшота. Остается Яма у Стила вдвоем про четверых. Ой-ой-ой-ой-ой. Он зарезал. Он просто зарезал парня. Это было невероятно. Это называется «Ты чё с ней сделаешь?» Это моя девятка. Это наша точка. Я вас звал, так как он молниеносно достал нож, вот как быстро человек сориентировался. Мне кажется, он на автомате это уже сделал. Просто достал то, что первым попалось в руки. Если была флешка, он бы, наверное, флешку в него кинул. Но нож это... Достаю из широких штанин. Да, вот этот... А, кстати, что у него за нож? У него обычный дефолтный нож, обычный дефолтный АВП. Знаешь, вот есть такие, наверное, атеисты в плане скинов. Крушала, говоришь, дефолтный АВП? Да.
А, это Осилен. Это вот Осилен. Это вот Осилен. Подобрал, да, у него Драгонлор, но нож у него то очень дефолтный. Тут уж он не может поднять нож какого-то тиммейта или противника. В итоге раскидка ренегейцами. Улицы заходят, ребята, через мейн. У Стила делают опен. Но какая хорошая была позиция у Дэви. Круцел делает фраг, тут же расминает GKS-а. Вот очень хорошо играет сейчас Рикех. Смотрит спину, последняя девятка. Ну и один в один машинган против 20 хапового игрока. Что это такое? Мы не будем вспоминать, чья это кибер. Ой, надо же. В смысле он разбился? У него было 20 хп, он когда прыгает, я думаю, умрет или нет, умрет или нет. Прыгнул и разбился, да. Я сейчас не понял этого момента. Он торопился диффузить. Он просто взял и упал. Там есть специальная дощечка для таких умных, как машинган, чтобы можно было дропнуться. Есть ящик под тобой, который он может дропаться. Но он выбрал, что я монгол, я ничего не боюсь, степи за мной и ворвался на плен. Сейчас в TeamSpeak'е негодование, почему сервер без парашюта. Да, переиграл, наверное, на таких серваках. Но действительно, очень странный момент. Закуп команды Splice, Force Buy. Видим дробовик у Дэви, дробовик у Арии. Но и пока что только один дробовик молчит. Сделал фраг, минус от яма, 4 в 2, это, да, это форсбайт сплайс был. Интересно, 10-й для Ренегейтс, мне кажется, сплайс уже понимает, к чему все идет, дело, Эзиер. Но и все-таки спрейт Круцелла. Отлично, просто отлично отыграно от Ренегейтс, минимальные потери, просто максимальный результат. Я думаю, мне кажется... это будет 13-2. Да, мне тоже кажется, что Ренегейтс, ну, пока... Уже все, я думаю, согласились, то, что Ренегейтс возьмут эту карту. Осталось только узнать, с каким счетом. И вот даже вот с этой 20-минутной паузой мы все равно закончим раньше эту игру, этот матч. И уже будем готовиться к Optic Gaming против кого у нас там? Optic против Immortals. Вот это эпично. Это противостояние двух титанов Северной Америки. Я просто сегодня ожидаю на эти две игры. Это будет, ну, я так рассчитываю, что это будет максимально... показательные игры, потому что, ну, серьезные команды встречаются. Ну, не знаю, оптики все-таки в последнее время бывает очень плохо отыгрывают. Например, Тарик, ну, выключается, может проще. Быть, они плохо отыгрывали, допустим, против каких-нибудь Winter Fox, с которыми они там плохо готовились, понимаешь? А тут, мне кажется, против Immortals эти ребята должны как бы ответственно подойти и собраться. Ну, Immortals такой стиль игры очень агрессивный и... Некоторые команды просто не справляются с управлением, когда играют против Immortals, то есть ты либо пытаешься играть в контр-инициацию, либо ты пытаешься играть в холд, который поможет тебе перестрелять, переиграть именно в закрытую защиту. Но пока как-то Immortals проходит катком по всем командам, было несколько поражений, но, скажем так, это скорее исключение, чем правило. Но у нас пока не Immortals Optic, у нас пока Ренегейтс Сплайс и еще один закуп. Дэви покупает вновь дробовик, горелка Теклу. Вот так он называется, его горелка, его дробовик. Наконец-то Крушал, наконец-то у Стила нашли место, где его можно удобно забрать. Отлично сейчас. А раньше надо было делать. Надо было это делать раньше. Ой, Дэви, врыв с дробовика. Неудачно оказался, последний остается машинган, но и... Похоже, это 12-й. Очень быстро происходит событие. Начинается война вообще везде, да, по всей карте. Ему не прыгать. Ну, тут уже ему не дали этот шанс разбиться. Показать, что ну, он может. С кем не бывает, чё ж там. Ну, да, все-таки вот с Зевсом тоже случилось такое, с кем не бывает, но ему запомнили это на всю жизнь. Я верю в то, что через лет 20, а вот знаете, был такой игрок Зевс, который. Ля-ля-ля-ля-ля. Который горел в Молотове. И верил в то, что он сможет. Но вот Олаф Мейстер смог. Зевсу немножко не повезло. Ну, как бы у нас сейчас Северная Америка, машинган исполнил. А отличный сейчас тайминг он поймал, сколько бы мы его не хаяли. В принципе, он иногда неплохо выстреливает. Force Buy сейчас залетает почти у Splice. А остаются они в большинстве. В очень приличном большинстве. Отчаянно сражаются сейчас Лики. Против трех игроков, однако у него ничего не получается. 12-3. Ренегейтс выходит во вторую половину с таким вот приличным счетом. Ну как, с четырехкратным преимуществом. Это более... Это даже неприличный, я бы сказал, счет. Для атаки. Для атаки 12 раундов это вообще неприлично. Так нельзя играть.
После такого кейса удаляет. Да, сейчас посмотрим, может еще и залетит, на что очень слабо верится. Поглядим, надеюсь, что они сейчас не пойдут кофе пить и сериалы смотреть. Ну, вполне возможно, что пойдут, потому что вот эти вот паузы между половинами, это дело... Это знаешь, как вот в Лондоне чай. Как это называется в Лондоне? Five o'clock tea? Вот что-то... По-моему, да. Это было произнесено чай в 5 часов. Как... Нет, у них как же есть... Между обедом и... Ну, после... бранч? Ланч, вот. Ланч у них есть. То есть Есть это как бы второй завтрак, это бранч. Бранч? Да, то есть типа breakfast и ланч, они так совместили два слова, бранч, то есть второй завтрак. Ха-ха, ну, вот возможно сейчас у команды Splice уже второй ужин, потому что у них сейчас, по идее, ну сколько у вас там, часов 10? Сейчас точного времени по Нью-Йорку 21:38. Ну вот, я говорю, то, что у них сейчас вечер, у них сейчас вообще ужин, по идее, должен быть. Я, на самом деле, был бы не против, если бы у нас тоже было 21:38, чтобы у нас не было таких вот кругалей по времени, но ну, что распахивай поделать. Распахивай свой загранпаспорт пошире. Ага, ищи у кого жить. Ну, еще было бы где комментировать. Ну что, пистолетка начинается прямо сейчас, перезапуск матча, 12-3 команды Renegades. Ну, ей хватит только взять пистолетку, и уже можно заканчивать игру. У нас осталось 22 минуты до следующей катки. Вот как думаешь, успеет команда Renegades закончить? Или все-таки Splice сейчас возьмет пистолетку и камбэк? Ну, как бы, понятно, что фантазировать можно сколько угодно, пока эта игра не кончится. Но, надеюсь, как бы все пройдет по тому вектору, который сейчас мы видим. То есть отлично сейчас защита пройдет от невероятной Дэйвиса, от Истила. Отлично угадывает он, куда будут выходить его соперники, как они будут атаковать. В отличном месте он их подсидел, справился со стрельбой, молодец. Пистолетка залетела, эмоции твои. Мои эмоции биться в бессилии. Команда Splice будет после такой пистолетки, когда сидит человек один в позиции. Я, знаешь, вот смотрел за тем, кто выбегал первым. Вот ты даже не поймешь, откуда тебя убили. Просто не поймешь. Ты выходишь, получаешь голову и такой... где-то на апленту, парни. Где-то на апленту, я уверен в этом. Ну, мы выходили на аплент, неважно, просто на апленту кто-то сидит. Нет, его через полз в апленту убили. А, кстати, такого в 1.6 еще было, по-моему. Ну что, Рикер, минус по Дэви. Опять опа на Тринигейтс. Изер играет перед мейном. Сейчас его найдут. Ям делает фраг. Еще из девятки хелпует. Даже это не девятка, а солнышко. Раньше называлась такая позиция. Солнышко или на котах. Вдвоем остается крут целый машинган против троих. Красные Устилы, но Устилы бывает этого хватает. Два, как возможно, форсбай сейчас и зайдет у ребят из Splice. Подловили расслабившихся Renegades на ошибках. Ну тут смотри, позиционка неплохая от Renegades. Устила занимает позицию беспроигрышную. Либо он попадает по голове и спрей все-таки добивает, либо первым патроном его убивают сразу. Но он заходит со спины сейчас двоим. Машинган просто не знает, куда стрелять, откуда будет сейчас противник. Хорошая граната Рикер с Фамосом. Дает инфу то, что двое игроков пушат, Круцел, сейчас стека пойдет ставить бомбу, ну и самое время выхода от Устила. Так, Рикех. Хаешечка. Ой, два хп. Ух ты, два хп остается на волоске, сейчас висит жизнь Крушела. Ну и вот Устила. Ну, конечно, с двумя уже не справится, все, залетает у Устила неплохой хедшот, а бомба будет обезврежена. 14-3. Вот так вот, легко и непринужденно команда берет такие раунды, и я даже не знаю, что должно произойти, чтобы команда все-таки смогла, наверное, выиграть. Кто знает. Знаешь, Splice опять остаются внизу турнирной таблицы в этом сезоне, потому что сейчас Renegades сделали, ну, просто мы смотрим вторую карту, и в принципе они на Дасте чуть-чуть понапрягались, а здесь они вообще не напрягаются. То есть эти 6 очков им залетают вообще, ну, легке. Отлично поиграли. Ну, знаешь, Renegades были в прошлом сезоне тоже
в лидерах, как и сейчас. Да, они поэтому... тогда, по-моему, и боролись с некоторыми командами за выход. Там было, что... Ну, у них уже в конце были сложные там матчи, но, в принципе, вроде они имели даже возможность выйти куда-то. Они занимали вторую... Третье, второе место с оптиками они делили какое-то время. Да, да. То есть оптики они были в лидерах. Тогда, конечно же, вынесли. Так, ну что, момент истины. Асилиан делает фраг. Ям не замечает игрока в девятке, пропускает мимо себя игроков. Вот только сейчас вот заметил Арию. Так, падает у стила, подключается вновь, делает фраг с девятки. Слышит то, что вышел на плен кто-то из игроков. Машинган, вот он, Машинган. Ты не знал, что тут есть эта дощечка, но она есть. Ну и... 15-3. Вот он, дощечка. Деньги будут сейчас у Splice, нет? Нет, они закупались только что. Они только что закупались. Там, ребят. Ну что, 20 минут до конца матча. Ну, в плане, до следующего... То есть успеем мы еще и брекфест, и бранч, и динер, и все мы успеем сделать. Прием пищи будет по расписанию. Да, действительно. Потому что надо все-таки позавтракать. Это очень ранний завтрак. Есть ранний, есть завтрак, а есть очень ранний завтрак. Вот сейчас у меня будет очень ранний завтрак. В 5 часов утра. Кто в такое время завтракает? Наверное, только я. Ну что? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Ну вот это за проверка на... Old school была. Два калаша, три по пистолета, таков закуп у Splice. На что наскребли, то и имеем. Ария решил не давать никому калашников. Сказал, я сам смогу, я сам. И посмотрим, что из этого не получится. Не удалось у него, как он вроде и смотрел, но открылся вот в таком неудобном месте. Сейчас сидел для него Ария. А, GKS. GKS уже троих тушит, бомба выпадает. Сейчас вся команда прибежит на хелпу. И, естественно, 16-й уходит команде Renegade. 16-3, прям очень легкие какие-то игры. Первые две произошли. Надеюсь, что Immortals Optic будет поинтереснее. Да и последний, по 250-й в руках. Идет он со спины, но скорее его тут уже найду. Да, Лизер делает фраг, 16-3, ну и тут, ну, аналитику проводить смысла, я думаю, нету. Все видели, Renegades будут сейчас 21 очко, делить 4-е, 3-е место с NRG и Optic Gaming. Вот как отыграю сейчас оптики, так и буду занимать они места. Потому что после 12 игр, 21 очко и оптик, и Renegades. NRG играют сейчас, у них уже 21, и если они выиграют игру, а вот мне давайте сейчас зайдем, посмотрим, как сейчас с Energy играют. Или уже сыграли? А, уже сыграли Energy. 16-5 победили Selfless и 16-5 победили Selfless на двух картах, поэтому Energy сейчас занимает позицию выше, нежели Renegades. Optic Energy закрепляются на третьей строчке. Ну, а мы готовимся к следующим играм. Immortals против Optic Gaming. Борьба за топ. Да, топовые игры будут встречаться, поэтому можете оставаться. Будет реально очень интересно, потому что это не противостояние каких-то команд из нижних турнирных сеток. Это те Immortals, которые дети Fallen, это очень мощные игроки, как в теоретическом, так и в практическом плане. Ну и Optic Gaming тоже очень слабая команда, которые будут сегодня, я думаю, показывать свой, ну не сам, если не самый лучший, то очень хороший перформанс. Ну что ж, ребята, уходим на паузу, вернемся к вам через минут 15-20, как только начнется следующая игра.